Глава региона провел обширное заседание с депутатами представительных органов муниципальных образований, которые были избраны в единый день голосования. Выборы охватили областной центр, Барышеново, Ульяновск в минувшее воскресенье. Свои предпочтения тому или иному кандидату отдали свыше 120 тысяч граждан. В Новоульяновске, к примеру, явка на избирательные участки стала максимальной в регионе и превысила 36%. Победу в политической гонке одержал Геннадий Деникаев, который ранее занимал пост главы города Новоульяновска. Нужно продолжать то направление, которым мы 5 лет занимались. Это благоустройство территории муниципального образования города Новоульяновска, это ремонт садиков, школ, то есть создать благоприятные условия для проживания муниципального образования города Новоульяновска. В обращении к коллегам Сергей Морозов процитировал президента. Губернатор попросил депутатов различного ранга уделять должное внимание народным инициативам, а также общественным организациям на местах. В нашем обществе появляется все больше граждан, которые проявляют свою инициативу. Мы видим больше добровольческих инициатив, в том числе и на местном уровне. Люди, говорит президент вам, я вам дословно читаю, стремятся сделать что-то нужное, полезное. У них немало конструктивных идей, предложений, и главное, есть желание воплотить их в жизнь. Успели поговорить и о наболевшем. Беседу о строительстве цементного завода затронули представители областной общественной палаты. На днях орган поднял вопрос о переносе будущего предприятия подальше от населенных пунктов. Мы услышали все категории граждан. И вашим опасениям на сегодняшний день никакого подтверждения нет. Если то расстояние, которое будет оговорено, оно будет увеличено до тех пределов, что ни шума, ни пыли от этого завода, видимости даже его не будет. На совещании присутствовал глава Федеральной общественной палаты Валерий Фадеев. Он, в свою очередь, предложил провести на эту тему в регионе дискуссионный клуб, где высказаться сможет абсолютно любой желающий. Приедут наши специалисты, эксперты комиссии по экологии Общественной палаты России. Попробуем вместе, естественно, с палатой региональной выслушать всех, в том числе тех, кто недоволен. Надо, чтобы все претензии, опасения, подозрения прозвучали публично. После слова взяли представители Совета депутатов Терентьевского района. Они вручили главе города обращение, в котором черным по белому написано «Помочь отстоять право на развитие района». Первым шагом к этому станет новое предприятие. В ответ на коллективное обращение Сергей Морозов четко обозначил позиции. Позиции людей и государственной власти. Новому крупному инвестиционному проекту, который дает возможность потом за собой потянуть целую цепочку еще дополнительных предприятий, очень важных для Российской Федерации, современного завода на территории Терентьевского района быть. В заключении губернатор подтвердил возможность переноса цемзавода и поручил всем уполномоченным органам и должностным лицам жестко контролировать вопросы соблюдения экологического законодательства. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.